Ну, неплохой грибочек. Почему чернеющий? Потому что когда ты его срезал, на срезе оно сразу же начинает чернеть. Значит, вы видите, что шляпка у него такая вот коричневая. И губчатый слой чуть-чуть отличается по цвету. Желтовато-коричневый. Ножка при таком длительном рассмотрении, значит, слегка утолщается к основанию, и по ножке у него у нас чешуйки небольшие. Значит, вот несколько экземпляров я сорвала для того, чтобы было видно от самого маленького и до большого. Значит, довольно-таки червивый гриб всегда, поэтому, конечно, чем моложе, тем бывает он лучше. В основном его жарят, маринуют. Вот. Для квашения он не годится, для соления, потому что запах у него йода. Это самое приготовки. Такой специфический запах. А так, для жарки прекрасно. Значит, я все равно его отвариваю. Некоторые без отваривания потребляют. Я его отвариваю на всякий случай. Значит, вот такой гриб у нас тоже растет.